Что ж, друзья, все, кто хотел Санта-Фе, мы нашли Санта-Фе в очень хорошем состоянии, очень хорошая цена. Машина 2019 года, пробег у машины 64 тысячи. Машина на бензине, 2 литра бензин, турбодвигатель, 4 ВД, полный привод получается. По кузову, единственный минус у машины — это крашеное крыло. Но это крыло не вскрывалось, оно просто покрасилось. Его просто покрасили, видно, зацепили, поцарапали. Покрасили очень хорошо. Черный цвет, кстати, когда красят, он прям ложится идеально. Его не видно, что он покрашенный. Крыло не вскрывалось. Так, и вторая крашеная деталь — это багаж, именно дверь багажника. Вот в этом месте. Вот, она покрашенная. Капот, так, бампера не знаю, бампера проверить не можем, но бампера цветом не отличаются. Зазоры все в порядке, ничего нигде видно не скрывались, скорее всего не скрывалось. Так, по комплектации Exclusive Special. Давайте пройдем электропривод сидений, который работает отлично. Полный электропакет зеркал. Так. Блокировка дифференциала — это 4 ВД. Удержание в полосе. Датчик слепой зоны. Система противоскольжения. Автоматическое открывание багажника. Также круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль. Адаптивный круиз-контроль — это вы включаете, и машина сама едет за передней машиной, сама регулирует скорость. Дальше старт-стоп, климат-контроль двузонный, подогрев и обдув передних сидений и плюс подогрев заднего дивана. Так, электрический стояночный тормоз, кнопка автохолд, 3D камера круговая, отключение парктроников, помощь при спуске, драйвер мод переключает у нас режимы на спорт, смарт, эко, комфорт. В принципе, все, комплектация полная. Пожалуйста, вот он, как работает 3D-камера у нас. Видно сразу, что у нас вокруг автомобиля происходит. Так, если мы вот так вот включим. Не знаю, так, секунду. Так, в принципе, все. Машина напичкана практически... Предполная комплектация, здесь не хватает только памяти сидений и панорамной крыши. В остальном все, друзья, машина в отличном состоянии. Сиденье отличное состояние, вот я как я уже говорил. Подогрев заднего дивана, также шторки есть. Далее. Отлично у нас работает электропривод багажника. Хорошее состояние, пластик нигде не покорябанный, не потертый. Сейчас на видео не видно, здесь мы находимся на крытой парковке. И в этом плюс, кстати, крытой парковки, потому что машина очень хорошо сохраняется, не выгорает пластик на солнце и так далее, сиденье не выгорает, кожа. Машина хранится в вентилируемом помещении, отапливаемом. Очень хорошее состояние. Заглянул я уже вниз под машину. Здесь у нас все в порядке, все отлично. Машина, лонжероны все целые. Ой, я извиняюсь, я забыл. Так, давайте посмотрим, что у нас под капотом. Под капотом у нас турбодвигатель. Лошадей на нем... Давайте, чтобы не соврать, то ли, по-моему, 240 лошадиных сил здесь. Точно сейчас не скажу, это надо будет просмотреть. 240 лошадиных сил. Несмотря на то, что объем двигателя 2.0, разница в том, то, что именно корейские модели Санта-Фе, они идут все турбированные, именно бензиновые, все турбированные версии. С объемом двигателя 2 литра и отличается от стран СНГ, которые отправляют сейчас, ну, собирают в СНГ.
там намного меньше лошадиных сил, хоть и объем двигателя там для СНГ 2,4 или 2,5 литра. Так, болтики у нас нигде не скрывались, все отлично. Лонжероны целые, гарантия качества. Тоже это крыло, которое красилось, оно не вскрывалось. Его прямо на месте покрасили и на месте отполировали. Вот здесь вот есть от полировки остался след небольшой. Капот не битый, не крашеный. Машина сел и поехал. Масло не плюет. Отлично, вот вы можете сразу видно здесь. Отлично работает бензин. О, рука чистая, рука чистая, без масла осталась. Отлично работает. Бесключевой доступ. В принципе, друзья, все. По машине все, по комплектации все. Сейчас я отфотографирую еще. И те, кто хотел Санта-Фе, кто интересовался, это очень хорошая цена. Пишите заявки. Машина в черном цвете. Салон тоже черный. Итак, 135, 150, 145, 120, 178, крашеное крыло, 150, 177, 138, 110, 109, 96, 91, 84, 80, 102, 107, 108, 95, 112, 116, 110, 112, крашеный багажник. 184, 182, 86, нет, нижняя часть только крашена, вот здесь только крашена. 183, 98, 98, 124, 98. Не пообщается. Так, 88. 114, 101, 108, 111, 96, 114, 105, 105, 103, 82. Вы здесь еще на капоте еще раз ударьте? Что-то мне не понравилось. Нормально? Два кратка. Да, вот здесь на капоте проверьте. 107, нормально. 101, 102, нормально.